Всем привет! Ну что ж, как и обещал, я сделал видео по временам группы Present и сделал его в следующем формате. Я буду сейчас выполнять онлайн-тест по временам группы Present, комментировать свои действия, ну и по ходу дела я научу вас наиболее эффективно выполнять подобного рода тесты. Поехали! Ну что ж, первое предложение. There. Так, тут C, да? This big heavy cloud in the sky. I'm sure it will rain in a minute. Посмотри, ты видишь это небо? Ой, то есть облако. Так, ну что? C имеет два значения. Если употребляем present simple, имеет значение видеть или понимать. А present continuous встречаться. Нам нужно значение видеть, поэтому ставим do you see present simple. Поехали дальше. Peter and Mary... Так, стоят. On the platform. Стоят на платформе. They have been waiting for the train for half an hour. Они ждут автобус уже на протяжении получаса. Ну, скорее всего, они сейчас стоят на платформе, а если сейчас стоят, значит, это present continuous. Выбираем. A group of scientists are traveling around Africa. How many countries? Они, скорее всего, посетили, да? So far, I wonder. Мне интересно, сколько стран они уже посетили? Это результат. Мы должны узнать результат. Сколько стран посетили, значит, для результата выбираем present perfect. Смотрим варианты. They have they visited. А, здесь вопрос. Значит, have they visited. Вот вопросительный знак. Значит, должно быть вопросительная форма порядка слов. Смотрим. I. Так. For some time since he left Milan a few... Я не видел Марио на протяжении какого-то времени, с тех пор, как он уехал из Милана несколько лет назад. Я его не видел тоже как результат. И единственный правильный вариант здесь будет haven't seen. Кстати, посмотрите, да, вот какие варианты нам точно не подойдут. Это didn't see, потому что past simple. Aren't seen, потому что принадлежащий у нас I, единственное число, aren't точно не подойдет. Значит, остается don't see, либо haven't seen. Но так как результат, выбираем haven't seen. Present perfect. You might take this magazine, I through it already. Я его уже просмотрел. Также, во-первых, есть already, да, указательно present perfect. И тоже как результат. Я просмотрел, I have looked through it already. Do you remember me? Of course I do. Мы met, да? Мы встречались несколько раз до этого. Before, опять же, указательно present perfect. И как результат... ну или жизненный опыт, можно тоже, да, сказать, что мы уже несколько раз до этого встречались. We have met. Выберу этот вариант. Look here, I simply refuse to believe what you... Tell. Ага. Я просто не согласен. Да, я просто отказываюсь верить тому, что ты мне сейчас говоришь. То есть говоришь мне сейчас и now. Значит, нужно present continuous. Вот, пожалуйста, you are telling. What are you looking for? Так, я оставил. Ага. My umbrella somewhere and now I don't know where it is. Я где-то оставил свой зонтик и не знаю, где он. Ну, тоже как результат, где-то оставил, где-то потерял. Наверное, I have left. Кстати, опять же, не подойдет однозначно. У нас третий вариант, потому что I has, да, вместе не ставится. How long? Да, как долго ты знаешь Джерри? But I don't know him at all. I have never met him. Ага. How long обычно вопрос для present perfect continuous. Мы знаем, то есть если мы показываем действие, которое происходило на протяжении какого-то времени, лучше ставить present perfect continuous. Но глагол no не употребляется в continuous, значит, нужно ставить present perfect. Опять же, you, вариант второй, не подходит точно с has. Единственное, не подходит точно четвертый вариант, потому что здесь вообще did past simple. Ну и, понятное дело, остается два варианта подходящие. И, естественно, это будет present perfect первый. Джереми... Ага. Не играет в баскетбол. Джереми... Да, баскетбол this season. He wants to concentrate on his studies. Он хочет сконцентрироваться на своей учебе. И не играет в этом сезоне. Но если говорить про действия, которые происходят
в настоящий период времени, то есть в этом сезоне не играет, то лучше, конечно, поставить present continuous. По сути, здесь даже два варианта можно поставить. Либо это doesn't play, либо isn't playing. Ну, давайте возьмем isn't playing. About 85% of American students посещают public schools, which are supported by states and local taxes. 85% американских учащихся посещают государственные школы, public schools. Ну, здесь как факт, то есть здесь не действие, которое происходит в настоящий момент, а просто факт. Лучше выбрать, наверное, present simple, attend. It is raining, and I see you don't have an umbrella. You can borrow mine. Ага, мне она сейчас не нужна. То есть мне он сейчас не нужен. Ты можешь взять мой зонтик, мне он сейчас не нужен. Единственный подходящий вариант I don't need. Кстати, опять же, не подходит did not need, потому что past simple. Haven't been needing. Ерунда какая-то. Don't need. Paul looks young for his age. He says he is 56 years old, but nobody... Никто ему не верит. Кстати, да, nobody подлежащее будет в единственном числе, хоть мы не говорим никто, говоря о многих людях, но тем не менее это как единственное число, поэтому здесь два варианта могут, может быть, либо believe, либо believes. Естественно, мы выберем believes. Никто ему не верит. Present simple. И в continuous, конечно, believe не употребляется. Is not believing. Jack Strom has been a postman all his life. He... Он доставляет почту. Ага, то есть он был почтальоном всю свою жизнь. И, ну и, наверное, лучше поставить present simple, да, сказать, что он доставляет почту, по сути, он делает это постоянно, всегда. Я, наверное, выберу delivers. Да, выберем delivers. И последнее. My mother is a medical nurse. She takes care of sick and old people. Ага, чем твоя мама зарабатывает на жизнь? Чем твоя мама? Вот когда мы спрашиваем, мы говорим о действии, которое происходит постоянно, всегда, да? Чем ты зарабатываешь на жизнь? Я думаю, это present simple. Потому что если выберем, например, continuous, это в данный момент, но здесь не говорится про данный момент. Has your mother been doing for a living? Чем она зарабатывала до настоящего? Нет, все-таки present simple. Ну, проверяем. Вау, 100%! Ну и какие рекомендации я могу вам дать, чтобы вы так же, как и я, выполняли эти тесты на 100%? Прежде всего, пользуйтесь методом исключения, как, например, я сделал в четвертом. Я посмотрел на все пункты, варианты ответов, и обратил внимание на четвертый didn't see, а мы знаем, что из условий сказано употреблять только времена группы present, поэтому past simple сразу отметаем, минус один вариант, остается только три. Дальше еще я посмотрел на второй вариант, aren't seen, посмотрел на подлежащее и понял, что глагол to be, единственная форма глагола to be может употребляться только am, а здесь are, поэтому второй вариант тоже отмели. Остается только два, это уже 50 на 50, наши шансы ответить правильно увеличиваются. Ну и по смыслу, конечно же, сразу понятно, что это present perfect здесь. На что еще нужно обращать внимание? На обстоятельства времени. Они всегда подскажут нам правильный смысл предложения. Мы правильно переведем и правильно употребим время. Как, например, здесь for на протяжении какого-то времени. Already уже сделал там что-то, да, как уже просмотрел. Или, например, now. Я не верю в то, что ты мне говоришь сейчас. Очень неплохое подспорье. Ну и, конечно же, обращайте внимание на подлежащее, потому что только от подлежащих зависит форма глагола, которую вы употребите. То есть, например, если это подлежащее в третьем лице единственном числе, конечно же, нужно ставить глагол с окончанием ES, например, или S present simple. Посмотрим какой-нибудь пример. Да, как здесь nobody. Мы знаем, что это третье лицо единственное число, поэтому ставим believes. Или как здесь he
ставим s тоже delivers. А, ну здесь другого варианта-то по сути нету. Но вот здесь вариант есть believe, поэтому можно было ошибиться и поставить nobody believe. Вот. Вот эти вот три правила соблюдайте и будете делать тесты как минимум на процентов 80. Но, естественно, самое главное — это внимательность. Ну что ж, надеюсь, это видео было полезным. Всем пока, удачи!